Здравствуйте, мы находимся на студии Душа Рекордс, и сейчас приступим к записи материала на сплит Гукарис. Сейчас ждем наших музыкантов, только что подъехал звукорежиссер. В самом сердце Петербурга, так сказать. Let's rock. Это питерский хард-рок. Хард-рок, питерский. Там Смольный. Как только мы запишем альбом, я думаю, нас туда повезут на пытки. Не допишем. Нас будут пытать. Ректально. Алле. Ну, сюда, если что. Приветище. 49-50 квартиры, как мы заходим в студию. Нет, мы пока не все вместе, только с Антоном. А? Лео, что тут, не ловит? Здесь ловит не очень. Понятно. Потом я перезвоню. Что, думаешь, есть кто? Есть. А большая студия вообще? Дорогая, не очень. Большой студия — это не наш формат, ты же знаешь. Не знаешь, нет. Да так, в общем-то, уютненько. Чистенько, но бедненько. Скинчишь? Да, там свой, блядь. А, у меня такой же телефон. Ужасный вообще. Джойстик работает? Работает. Кстати, давно все, блядь, вообще не под... В подвале жилого дома. О, здрасте. Я Антоха. Андрей. Паша. Мне сюда? Ну, тебе да. Барабаны там. Жена убит. Срать, я потом враг. Это предел вандализма. Я точно не рад видеть, чтобы ты в клубе, например, враг насрал. Я сам постоянно враг. Не, ну сайт, блядь. Ну сайт, да. Это как петуан, только повыше. А я петербуржец, я только в туалет писаю. В прыжке, блядь. Фонтанчик. Я даже когда по улице не могу, я не могу пописать на улице. Я ищу туалет. А что, плюс? Платный даже. Пусть за 20 рублей, но я писаю только в туалет. Или. А что, у них не берет трубку? Тут а тебе нахуй не надо. Пришел в студию. Лукач говорит, иди покури. Ну я пошел, покурил. И тут стою, курю. Никому не мешаю вроде. Бедновато тут, но чисто. Эй, ты, блядь! Thank you.
Отлично, давай Том первый. Том. Кстати, скоро они будут охуенные. Я думаю, ноги понравятся. Такая тема. Все? Спасибо. Все равно паузу чистить надо. Вот странно, блядь. Сейчас будет. Ну, час остался. Ну, через час Денис уже должен быть в цоколе. Лёха! Ой, Паша, Паша. А мы уже записали, да? Да. А вы все комбики носите. То, что... Именно процесс записи, он совершенно не был запечатлен никак. Да, только... Только настройка и то, как уже уносит аппарат. А чё ты не снимал, блядь? Блядь. Как ты хуйню-то открыть? Дай. Короче, как ты там? Синхронно, а сейчас попадает вроде, да, сейчас. Давай с музыкой посмотрим. Давай. Да, круто. Так классно. Ну заебись. Давай там. Поехали. Последнюю. Все, да? Попал? Да. Нормально спел? Да. Оставляем.